Интересно, а как дом деревянный уцелел? Здесь бомбили, а дом уцелел. Вообще офигеть. А может быть чуть-чуть после войны? Да нет, довоенный. Даже дореволюционный. Здание 15 века, вот это. А помнишь, куда залазить вот? Даже 14 века. С той стороны, где-то я бы там залазил, крышу лазил с собой. А, вот оттуда залазил. Да, я как-то туда пролез. Блин, ни чуточку не сникнул.